Ну, красота наша. 14 октября 2019 год, Харьков. Полнолуние. 19:40 по Киеву. Плюс 16 по Цельсию. Фиктор плюс 16. Плюс 17. Да, сегодня было 27 градусов жары. Для октября это, мягко говоря, перебор. Красавица какая. Эх. Сейчас мы даже на балкон ветер задуваем. Ну, сделаем что возможно. Пускай теперь золото наше ползет. Да, музычку сюда. Какой-нибудь фатумный. Что сюда подойдет? Ромео и Джульетта. Прокофьева. Так, 400 тысяч километров, ну, 399 тысяч, вот так, 399 тысяч, то есть практически в апогее Луна удалилась от Земли по своей орбите. Опа, пролетело что-то у нас по Луне. Что у нас может сейчас летать? Точнее птица, а скорее летучая мышь. У нас тут в изобилии. Испещрена кратерами. Так, тут увеличение 83 крата, оптический зум. По-моему, 4 еще цифровое.
в любом случае. Невооруженным глазом близко такого не увидишь. Ладно, подходим ближе. Пытаюсь аккуратненько сделать круг почета. Меня удивило, как высоко Аристарх забрался. В смысле... след от падения метеорита. Луну как будто развернула. Опс. Облачка вездесущие. Сейчас мы тебя еще просмотрим, красавица. Так, вот Аристарх. А утром он был не там. Ха-ха. И прям за меньше, чем за сутки развернуло. А вот это, я так понимаю, кратер Плутон. Вот этот идеально круглый. На краю моря. Он диаметром 100 километров можно использовать как шаблон. Как мерку. Как меру. Ладненько, 14 октября 2019 год, Харьков. С Днем Защитника Украины. У нас полнолуние поздравило. Ну, как раз облачка выходит, все, будем сворачиваться.